Водители автобусных маршрутов рано встают по утрам, готовятся к трудовому дню и, выезжая на первый рейс, наблюдают, как просыпается их родной город. С одним из представителей этой нелегкой и необычной профессии, водителем маршрута номер 16 в областном центре Айдосом Искаковым, познакомилась наша съемочная группа. Айдос Искаков окончил Кокшетауский политехнический колледж в 2003 году по специальности техник-механик. Рассказывает, автобусником стал еще в 12-13 лет, когда сопровождал родителей на маршрутах. В прошлом году отец Айдоса Галымтаевича вышел на пенсию. Сам он в свои 39 лет женат и воспитывает 3 детей. Представляет молодое поколение работников автобусного парка. Труд водителя автобуса, он очень непростой, можно так сказать. Проблема в том, что ранний подъем, поздний отбой, работа с пассажирами, еще и гидом немного надо быть, тоже надо город знать, адреса, остановки. У меня это рожденное, можно, с детства, династия, отец работал, мама работала. В целом на автобусе, на маршрутных автобусах со стороны пришедших практически нету. Все как бы с детства приучены, все по наследству. После окончания школы Айдос Искаков служил в армии в городе Темиртау Карагандинской области. Работать в областном центре начал в 2005 году. Его трудовая деятельность продолжалась в столице во время проведения Экспо-2017, затем за рубежом в Москве. Вернулся на родину и с октября 2022 года по сегодняшний день работает в автобусном парке Кокшетау. По его словам, где бы ни находился, главное в работе иметь подход к пассажирам. Конфликтные или какие-то ситуации у нас бывают разные. За целый день мы провозим, то есть плюс-минус около 1000 пассажиров в день. И как бы я один, их много, каждому нужно найти подход. Мы не только водители автобусного маршрута, то есть мы еще и как психологи должны быть. Каждому надо угодить. Да, есть и хорошие моменты, где-то благодарят, доброе утро пожелают. Ну и есть, соответственно, такие моменты, когда пассажир немного не в настроении, не в себе, то есть не нагрубить, каждому лояльно подойти. В общем, из каждой ситуации пытаемся обойти углы острые, чтобы посадка была мягкая. В 20 лет Айдос Искаков сел за руль маршрутного автобуса, однако в нынешнее время получение водительских прав категории D1 – это долгий процесс, и молодого пополнения не хватает. Водителем автобуса может стать не каждый, даже опытный автомобилист. Многие поколения начинали работать с детства, шли по стопам родителей. В этой профессии много трудовых династий, рассказывает директор автобусного парка. Искаков Айдос у нас работает около 9 лет. Это наше, так сказать, новое поколение, молодые ребята, которые приходят и работают у нас. На сегодняшний день как раз именно молодого поколения нам не достает, потому что в основном у нас работают люди уже пенсионного и предпенсионного возраста. Так как работа водителя городского транспорта, она, ну, у нее определенная специфика, скажем так, сложность. Как о водителе я могу сказать, молодой, энергичный, чистоплотный парень, молодой человек такой общительный, очень приятный, работоспособный. Представитель специфичной профессии Айдос Галымтаевич рассказывает, что давно привык к необычным условиям труда, не может просыпаться позже 5 утра, даже в выходные дни. Отмечает важность ухаживания за своей машиной, поддерживать чистоту в салоне и вовремя проводить ремонт. Эльмира Оспанова, Медет Кайркенов, Кокше Акпарат.